Ёбана. Стой, там грабит, там грабит. Блять, это эти РГшники. Узнать бы, что там у них. Что-то ездит. Ага, ифрит, он поехал. Какая-то вертушка садится. Блядь, не тащится, который можно. Вертушка, походу, повстанческая. Расцветка хаки. Садится прям туда на переработку. За ними, наверное. Кепок, что ли, везли? Ифрит катается. Так, что-то они теперь за переработкой садятся. Ну, я вижу их. Так, а ты где? Так, ифрит. Открыли, закрыли. Кого-то посадили, кажись. Так, а там два, что ли, ифрита? Я только один вижу. Да, там два ифрита. Один уезжает, и второй уезжает. Кажись, кипарей всех позабирали. Ага. Ну, сейчас подъедем, заберем, хули делать. Бля, мусоров. А. У меня РГшников ебанить. Понятно, да, все, блядь. Ну да, видишь, два ифрита, считай, РГшников, плюс еще и этот, блядь, вертушка. КамАЗ какой-то едет. Ё. Так, стоп, стоп. А, еще один Темпест едет. О, поехали, короче. Там ифрит, конечно, хоть и катался, но я думаю, они это свалили уже основные силы. Ну, если что, так же подъедем, так же отъедем. Главное, если там ребята будут, сопротивление изначально не оказывай. Скажи им, что ты умная кепка. Thank you.
Я это взял М70. Угу. Да тот же самый 7.62 залям. Что-то там, блядь, бегало, сейчас только что к кусту бежало. О, вон наверх, наверх, смотри. Блядь, дорожник вообще, блядь. Ёпт. Отряд самообороны, кепок, он в мешках кепки, блядь, бегает. Вот, кажись, отряд кепочной самообороны, блядь, припёр. Эфрит стоит, блядь. Слушай, Гарян, поехали за топовой реношкой? Типа ты все переработал. Погнали за ней. Типа на продажу. Эфрит пустой. Блять, что-то вообще непонятное, что-то творится-то, блядь. Так, смотри, хреношка где остановилась. Ну ладно, мы типа едем, сбавь чуть-чуть ход, без шифта. Она же вроде по трассе, не? Не-не-не-не-не, без шифта, она вон справа. Без шифта езжай просто. На трассу, сейчас на заправку заедем. Слышь, кепка-то что-то вышло. А, у нее дом там, блядь. Стой, приостановись. На заправку дай по-быстрому. Ты видел справа? Нет. Так вон, вон, направо посмотри. Вон она в доме бегает. А, вижу. Она в дом загружает все. Yeah.
карту ебали. Там верт еще полетел. Давай подходи ко мне. Не надо. Хотя бы с дороги беру технику. Сопи. Руки, руки. Второй руки поднял. Вышел. Вышел из дома, руки поднял. Гранату закину. Игорь, обойди. Обойди, обойди, обойди за красной фурой. Видно что-нибудь? Прикрой. Второй где-то рядом. Да? Скорее всего в доме, если не релогнул. В доме лежит. Из дома вышел. Все, труп. Труп? Да. Вы, ребята, такие непонятливые-то, а? Я, блин, даже не знаю, они все закрыты. Еще
Мимо, мимо Рено, да. Бля, надо ломать. Страшно, блядь. Недалеко такая куча кепок, блядь. Сука, надо же было им дом-то в таком месте купить. Ну чё? Давай, красную. Я тебя буду со стороны переработки прикрывать. Я надеюсь, с переработки не слышно. Метров, короче, 450 даже где-то. Есть. Отлично. Вторую. А, бля, копов нету. Копов нету. Сколько дохуя? Все, погнали, погнали. Забираем красную, короче. Угу. Давай подвезу. Вторую ломать? Не, нахер. На своей поедешь. Блять, кепка лежит. Слышь, ты чё тут лёг? Голубь. А? Мужик. Мужик. Короче, продавай. Я могу продавать, но лучше я тебя прикрою. А то видишь, тут бомжи какие-то лежат, блядь. Какой-то коржик, блядь.
Короче, у этого коржика при обыске было найдено и форма ДНД, и форма МФО, и ментовский шокер черный. Короче, со ножкой делать. С чем? 2400 вышло. Все, ты все продал? Да. Да я думаю, бросим ее. Стой. Сейчас. Коржик, последний раз тебя спрашиваю, что ты там делал? Ты где? В церкви? Угу. Коржика поставил молиться, блядь.